Алла, что вы? Здравствуйте. Мы передадимся, не переживай. Валерий Николаевич. Вот, Валерий Николаевич, покажите, пожалуйста, документы, на основании которых вы это все установили. Кому? Вот на родной громаде нашему общежитию. Это территория, в принципе, нашего общежития. Я показывал вот этому молодому человеку. Нет, покажите мне, пожалуйста. Я понимаю, вы представитель... Я помощник депутата для начала. Хорошо. Я представитель территориальной громады Карапельного района. И как любой гражданин, без корочек и без ничего, я имею право посмотреть на эти документы. Пошли. Нет, почему пошли? А что значит сюда принести? Чего? Что это такое? Принесу, конечно, принесу. Сейчас будем снимать. Сейчас будем это все убирать. Не переживайте. В конце концов. Он посмотрел. Нет, посмотрел, я считаю, что это надо снести. Это надо снести. Ну, это как-то так быстренько, как-то так появилось. И все. Эти бумажки себе в жопу запни всем этим дятловыми всем. С 13-го года какой-то документ появился. Подожди. Да я не понимаю. Не кричи. Я директор строительной фирмы. Ну и что? Кто хозяин? Я не хозяин. Там все написано. Не, ребята. Тише, ну, дайте поговорить. Покажите проект. Молчите. Давайте встретимся, я вам все покажу. У вас это должно быть на руках. Сейчас это у меня на руках только копии, те, которые мне дал заказчик. Вот Яновский дал мне. Это все равно сейчас будет убираться. Просто вас мы предупреждаем, можете предупреждать. Зовите Яновского. Здесь ничего толком не будет. В магазине нас купил. Кто вообще подписывал? Надо искать того, кто хочет построить. Санитарные нормы. Вы знаете, вы строители, знаете санитарные нормы? На каком расстоянии должны строиться от жилого дома? Нет, ему дали проект. Здесь площадка была. Хорошо. 25 метров, не 15. У меня вопрос такой к вам. А что мне здесь смотреть? Я знаю это. Вот здесь площадка была, чья она была? 25 метров. Какая городская? Меня интересует еще. Кто согласовал? Согласование. Покажите документы. Слушайте. Согласование. Вы сейчас хотите сыграть на том, что нет документов? Еще раз вам повторяю. Хорошо, давайте сейчас молчать. А ваш? Это тоже можно документы. Так, я знаю, мы... Это все. На нашей территории нас тут
Они защищают народ. Документы, ну, я вам... Это не бумажки, это документы. Это вообще, вы не должны нам никаких документов показывать. Здесь ничего не должно быть с документами или без документов. Какие документы? Кто подписи собирал? 15 подписей собрал и документы. Чего? У себя во дворе постройте, почему нет? Постройте у себя. Негде построил бы. Насрать на детей и внуков, да? Последнее. Совесть есть вашего ЧП. Директора. У кого сейчас совесть есть? Просто деньги собрали. О-о-о.